добрый всем день. Сегодня у меня был разговор с одним начинающим кладоискателем на тему, есть ли находки рядом с домом. Так вот, я решил поэкспериментировать, провести следственный эксперимент, оторвать свой федрон и сделать марш-бросок на 700 метров от дома. Вот на это пальцо, где будет происходить действие рядом с речкой. Дальше в конец. Зайду там, попробую, будут ли сегодня находки или нет. Прям рядом с домом. Я думаю, что поиск — это не везение, в первую очередь это знание места и анализ полученных ранее данных от находок. Во вторую очередь это качество оборудования, вот. Ну а в третью уже везение там и все остальное. Место я выбрал, считаю, самое удачное, 100 километров от Москвы примерно. Местного народу, брата, кладоискателя здесь много. Заезжие приезжают из Москвы. Друзья, вот первый же сигнал через минуту буквально, вот от вещей отошел. И вот я смотрю, выпал пятачок. Интересно. Вот. 55-й год. Поймал хороший сигнальчик. 90 бьет. Он в комочке. Я очень люблю такие комочки. Может, крышка? Нет, что-то небольшое. Ага. Вот она монета. Наверное, какая-нибудь двушечка 24-го года. Да, это какалик. Это не двушечка, это какалик. Ладно, потом отмоем, посмотрим. Вот интересный случай. Прошелся вот здесь, вот черниной било. Не стал копать. Вот здесь монетку вырыл, 20 копеек. 72-го. Решил вернуться и проверить, что там чернина бьет. Прям немножко пробивает цветной. И вот десюлик выпал. Так что надо внимательно относиться ко всем сигналам. Смотрите, друзья, Ленин. Вот он, подлец. Ага, юбилейный. Понятно, нет, все равно приятно, монетка. Уже нашел и откопал отпечаток монеты. Пока что-то не пойму, что за монета. Сейчас. По сигналу так серебряная была. Да, 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 да. Серебро советское, я его искал. За неимением царского. 29-й год, десюлик. Отлично. Сигнальчик 93 где-то. Ожидаю монетку. Какую-нибудь чуть больше копеечки. Николаевской хотя бы. А, нет, это... Ага, что-то от мотоцикла, что ли. Что-то в этом роде. Ну что ж, ладно, пора посмотреть, что там. Накопалось. Пожалуй, как-то так. Вот такая кучка. Пятаки из желтого советского материала, только пятаки. Странно. Ну вот сколько тут монет, 15, наверное. Так, ладно, я сфотографирую это все и выложу. Наверное. Все, пожалуй. Спасибо.